Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Павел Осипов-Егоров, и в этом видео я вам покажу, как установить кошелек MetaMask на ваш компьютер. Я буду работать через браузер Firefox, вы можете работать в браузере Google Chrome или Brave. Суть это не меняет, потому как плюс-минус для каждого из браузеров установка выглядит одинаково. Значит, под видео я вам оставил две ссылки. Первая ссылка на сайт MetaMask. IO, нажав на которую, вы попадаете на эту страницу, где вам будет предложено нажать на кнопку Download, либо Download Now, вот здесь внизу, после чего вас перекинет на страницу, где уже по умолчанию у меня, например, отображается Firefox, так как система видит, что я работаю именно через этот браузер. Здесь еще есть возможность для iOS или для Android. У вас же здесь будет вместо Firefox, если вы работаете в Chrome, значит будет Chrome. Спускаясь ниже, вы нажимаете на кнопку Install MetaMask, у меня for Firefox, у вас будет for Google Chrome или for Brave, например. Все зависит от того, в каком браузере, еще раз повторюсь, вы работаете. Нажимаем на эту кнопку. Далее, на этой странице я хочу добавить расширение, которое у меня появится вот здесь, вот в верхней панели справа, появится логотип лисенка. Вот здесь появилось окошко, еще мы нажимаем «Добавить», да, что мы хотим. Вот оно появилось, появился логотип. Далее мы нажимаем на этот сам логотип. Сейчас нужно чуть подождать. В Chrome, по-моему, будет разрешить установить для Chrome или что-то установить в Chrome. Вот у вас опять появилось еще одно окошко. Разрешить этому расширению работать в приватных окнах. Нажимаете «Хорошо». Сейчас какое-то время нужно подождать. Все, установилось. Мы эту страницу можем с вами закрыть. Добавили мы это расширение. Эту мы страницу тоже можем закрыть. Далее нам нужно нажать на логотип еще раз. Нас перебросило вот на какую страничку, видите, где лисенок уже крутит головой, следя за мышкой. Нажимаем «Начать работу». Так, тут появилось два окна. Эти окна, кстати, могут, информация в них может отображаться и на английском языке, но это не важно, потому как расположение этих окон, оно одинаковое для любого браузера. Значит, левое окно у нас для тех, кто уже когда-то устанавливал MetaMask, но по какой-то причине этот MetaMask был удален. Например, для того, чтобы восстановить вход MetaMask, нужно будет использовать 12 слов для восстановления, или так называемую секретную фразу. Но это для тех, кто уже делал. Поэтому он будет нажимать на «Импортировать кошелек», потом использовать эту фразу и, соответственно, попадает в свой кошелек старый, который был до этого установлен. Мы же с вами устанавливаем абсолютно новый кошелек, поэтому нам нужно вот это окно и вот эта кнопка «Создать кошелек». Попадаем на страницу «Помогите нам улучшить MetaMask». Можете читать, можете не читать. Просто выбирается «Я согласен». Здесь вы придумываете свой пароль, который вы впоследствии выпишете куда-нибудь. Я же буду использовать предложенный пароль, потому как использовать этот кошелек я не буду, я его показываю исключительно для примера. Ставим галочку «Я прочитал и согласен с условиями» и нажимаем «Создать». Значит, пароль вам будет необходим, потому как MetaMask периодически запрашивает его, если, особенно если вы, например, давно уже не заходили в кошелек, он может у вас его попросить, поэтому вы его не теряйте. Выпишите и сохраните. Здесь у нас полутораминутное видео о том, как защитить свой кошелек, чтобы не попасться на мошенников, не нарваться. Нажимаете «Далее». А вот теперь будьте внимательны. Secret Recovery Phrase. Вот это ваша секретная фраза, которую ни при каких условиях никому нельзя показывать. Я вам сейчас покажу потому что я ее не буду использовать, и, вернее, кошельком я не буду пользоваться, просто для примера. Эта фраза у вас вот здесь, вот видите, замок. Вот ваша фраза, даже не фраза, а набор слов. И вот эти слова нужно выписать именно в том порядке, в котором они указаны здесь, в этом прямоугольнике. Значит, вы их выписываете сейчас.
именно сейчас вы их выписываете, потому как после того, как мы нажмем «Далее», вам нужно будет в том же порядке эти слова и расставить, чтобы подтвердить, что вы все сделали правильно. Я пока нажму на паузу, вы сделаете то же самое, ну, выпишите, я имею в виду, нажму на паузу, выпишу, и вы сделаете то же самое. В том же порядке, в котором они здесь указаны, эти слова на английском языке. Значит, после того, как вы выписали все слова, в том порядке, в котором они указаны здесь, вы нажимаете «Далее». И вот на этой странице вам предложено будет все эти слова, да, расставить в том же порядке, в котором они были отображены на предыдущей странице. Это очень важно, именно в том же порядке это сделать. Так, значит, я буду сейчас расставлять слова такими, какими они были у меня на предыдущей странице. Вы каждый будете расставлять свои слова. Значит, так, начнем. Первое number было, потом image, pizza, offer, lounge, polar. Walnut. Bubble. Shine. Spray. Logic in front. Все, как только перепроверьте еще раз, как только вы убедились, что все правильно, вы нажимаете подтвердить. Все. Поздравляем. Вы прошли тест. Значит, вы все сделали правильно, если вы попали на эту страницу, и нажимаете «Выполнить». Вот ваш кошелек. Вы создали ваш кошелек, вот он у вас появился. Он отображается сейчас на целую страницу. Ее можно закрыть. Опять нажать на логотип с лисенком. Вот он у вас появляется здесь. По умолчанию здесь будет отображаться только одна криптовалюта. Эфир, он же ETH, если сокращенно, да? Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно будет добавить сюда еще одну сеть. Сеть монет BNB, с которой мы и будем работать. Вот видите, здесь по умолчанию только одна сеть монеты криптовалюты Ethereum, да, эфир. Значит, мы можем добавить вот через это выпадающее окно, нажав «Добавить сеть». Либо же мы, сейчас я вам покажу, ну, здесь нужно будет все добавлять вручную, соответственно, имя сети, новый URL и так далее. Я вам покажу более простой способ. Значит, у вас будет в описании под видео еще и вторая ссылка на сайт, который называется Chainlist. Chainlist.org. Вот вы, нажав на эту ссылку, попадете на этот сайт. Здесь поисковое окно, видите, Sage Networks. Вот сюда вы вбиваете английскими буквами BSC. Видите, BSC. Sage Networks, вот здесь. Вот вы вбили BSC. У вас появилось два окошка, левое и правое. В правом окне это у нас тестовая сеть, она нам не нужна. Нам нужно вот... Вы нажимаете Connect Wallet, то есть подключить кошелек. Вот он у вас автоматически открывается. Нажимаете «Далее» и нажимаете «Подключиться». Происходит подключение. Вот, посмотрите, он у вас отобразился на этом сайте. Следующее, вы должны будете добавить вот эту Binance Smart Chain, как раз таки эту сеть в свой кошелек. И нажимаете Add to MetaMask. Опять открывается ваш кошелек. Вот у нас, видите, вот то, что вы должны были прописывать вручную, вот эти все данные, вы просто автоматически здесь нажимаете «Одобрить», «Переключить сеть». Нажав на логотип нашего кошелька MetaMask, вот вы видите, что у вас уже появилась, да, монета BNB, возможность пополнять кошелек в монетах BNB. То есть до этого у вас по умолчанию было вот так вот, да, стояла только, отображалась только монета, только криптовалюта ETH. Теперь же у вас, вы можете вот в выпадающем окне переключать, вот у вас сеть BNB. Очень важно, чтобы именно вот в эту сеть вы добавляли, да, когда вы будете пополнять, чтобы вы переключали именно на эту сеть, потому как кошелек, он будет выглядеть идентично, да, для каждой из сетей. Вот, он точно так же и здесь выглядит. Точно так же он будет выглядеть здесь. Вот если мы скопируем. Вот скопировано. Давайте вот вставим. Откроем новую вкладку и вставим. А теперь перейдем, например. Теперь перейдем в сеть криптовалюты Ethereum. Да?
скопируем. И кошелек будет идентичным. Посмотрите, видите, он одинаков. Ничего не поменялось. 67F, 67F, 01, 0x16, 0x16 в самом начале. Но очень важно, что вы переключили сеть именно с эфира на Binance. Понимаете? Как только вы должны будете пополнять в эфирах, значит, у вас сеть должна быть вот эта вот. Сеть Ethereum Mainnet. Как только вы пополняете на BNB монету, да, будете пополнять монету BNB, то вы должны будете переключить вот на сеть Binance Smart Chain. Это очень важно, потому как если вы отправите BNB в сеть эфира, то вы этих денег просто не дождетесь, вы их потеряете. Очень важно это отслеживать. Пополняете BNB, переключили, вот у вас Binance Smart Chain, все, пополняете BNB. Хотите пополнить эфир, переключаете, вот ваша сеть, вы пополняете эфир. Это очень важно. В следующем видео я покажу, как через обменник онлайн пополнить или купить монеты BNB.